143-411, индекс нового отделения связи Почты России. Оно открылось в Павшинской пойме в рамках программы расширения доступности услуг. Площадь офиса всего 30 квадратных метров, окно оператора одно. Зато спектр услуг мини-отделений ничем не отличается от обычного, разве что нет доставочных услуг, уточняют руководители. То есть нет почтальонов, которые разносят почту. Здесь наши клиенты могут отправить корреспонденцию, могут оплатить коммунальные платежи, могут отправить перевод, могут оформить подписку на газеты и журналы. В пойме много новоселов, потому новое отделение, второе по счету в этом микрорайоне, точно будет востребованным. Не случайно новый офис Почты России расположился в торговом центре. Удобно, делая покупки, например, отправить письмо или купить открытку к празднику. График работы данного мини-отделения связи будет соответствовать режиму работы данного торгового центра, то есть это с 10 утра до 10 вечера, исключая праздничные дни. Штат укомплектован, девочки все подготовлены, обучены, надеюсь на хорошую работу. В Павшинской пойме сеть отделений будет расширяться, говорят в Почте России. В этом году планируется открытие еще двух офисов – привычного и формата мини. В других микрорайонах города также появится новое отделение. По Красногорску у нас в этом году, помимо открытий полноценных отделений связи, планируется открытие еще двух мини-отделений связи. Одно отделение связи мы планируем открыть в микрорайоне Изумрудные холмы, торговый центр Изумрудный. И второе отделение, третье отделение мини, формата мини мы планируем открыть в торговом центре Плаза, который, кстати, находится недалеко от микрорайона Павшинская пойма. Все отделения формата мини, которые располагаются в торговых центрах, соответствуют программе «Доступная среда», говорит руководитель Красногорского почтамта. Потому получить услуги связи здесь могут в том числе и маломобильные группы жителей, инвалиды и мамочки с колясками. Валентина Титова, Максим Мельников, Марьяна Быстрова, КРТВ.